Закрылый тишина кругом, мне уголок России мил, мой добрый отчий дом. Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы другой на свете нет. Уголок России, отчий дом, где туманы сини за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Ходят дни, бегут года, и где-то там и тут шумят большие города, дороги вдаль ведут. Но сколько б ни было дорог и беспокойных дней, всегда России уголок живет в душе моей. Уголок России, отчий дом, где туманы сини за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туманы сини за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Посмотрим песню, такую старую советскую песню «Уголок России». Когда-то в детстве мы пели под гитару. А в тональности ми минор
немножко высоковато. Давайте мы сначала посмотрим чуть пониже. Тут, правда, аккорды будут с баре, но зато петь немножко легче. А вот в тональности ре минор будет так. Простор небесный сизокрыл, и тишина кругом. Мне уголок России мил, мой добрый отчий дом. Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы другой на свете нет. То есть вот в куплете ре минор, ля септ, ре минор, потом фа мажор. И опять ля септ. Все, это куплет. Припев. Уголок России, отчий дом, где туманы сини за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Это вот такой припев. Начинается с ре септ, D7. Такой ставится. Потом соль минор. Можно ставить без баре, вот прижимать только первые три струны и вот шестую. И звучит тот же самый аккорд. Шестой бас. А на первых трех струнах вот это вот тоже соль минор. Потом до, не туманы синий и фа мажор. Вот. Можно вот это две струны одним пальцем прижать на фа мажоре. Можно так прижать. И потом ля септ, А7. Вот так играется в ре миноре. Теперь в ми миноре посмотрим. Можно сыграть вступление. Начинается со второй струны с открытой. Потом первая на втором ладу. И здесь с басом пятой струной. А потом вот здесь ставится аккорд Си на седьмом ладу. Этот звук. И здесь опять Си аккорд, Си септ. Играем второй. На первой. Можно не весь аккорд ставить, а можно сыграть только на первой струне и на шестой. Простор небесный сизокрыл. Можно сыграть без арпеджио, просто проводить по струнам. И тишина кругом, мне уголок России мил, мой добрый отчий дом. Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы другой на свете нет. Можно сыграть арпеджио. Вот такое арпеджио. Сыграем четвертую, третью, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Простор небесный сизокрыл, и тишина кругом. Небесный.
вот такое арпеджио. Играем бас, потом третью, первую и вторую вместе. Простор небесный сизый закрыл, и тишина кругом. Не уголок России мил, мой добрый отчий дом. Дальше припев. Уголок России, отчий дом. И вот здесь можно сыграть ход в басу. И дальше ре мажор. Где туманы синие за окном. То есть после аккорда си септ, аж 7, еще вот такой подголосочек. Где твои немного грустные? Такой еще можно подголосок. Грустные. И потом на пятой струне на третьем ладу. Потом третья открытая. Четвертая на четвертом. Четвертая на втором. Так вот. Дальше си септ. И глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом. Где туманы сини за окном. Где твои немного грустные? И песни русские. Вот так эта песня играется в тональности ми минор. Всем удачи, играйте хорошие песни.